дорожные организации крайне безобразно обслуживают территорию города. Сегодняшний объезд в очередной раз подтвердил это. Я могу сказать, что если до среды следующей недели руководство департамента ЖКХ и руководители дорожных компаний не примут соответствующих мер, не изменят графики выполнения ремонтных работ, будут сделаны соответствующие выводы. Я думаю, что руководитель департамента ЖКХ вынужден будет искать другую работу. И скорее всего, что мы еще раз вернемся к вопросу о необходимости продолжения контрактных отношений с нашими уважаемыми дорожниками. Кроме того, я хотел бы предложить общественности города Череповца, не подменяя функции департамента ЖКХ, принять участие в тех рейдовых проверках, которые проводятся департаментом ЖКХ с целью контроля за качеством ремонта